Партнер рубрики – компания МТС. Президент АвтоВАЗа Бунги Андерсон через Твиттер объявил цену на автомобиль «Лада Веста». Очень часто люди спрашивают меня о том, сколько же будут стоить наши «Лада Веста» и X-Ray. Что же, друзья, с радостью отвечаю. «Лада Веста» будет стоить от 400 тысяч рублей, а X-Ray от 500 тысяч, говорится в сообщении. Отметим, новое средство коммуникации глава автозавода использует с начала июля. Пока у него всего 464 читателя. В ночь с 30 сентября на 1 октября в Самаре во дворе одного из домов на улице Советской Армии рядом с МТЛ-арена загорелись три автомобиля. Видео, снятое очевидцем, опубликовал блогер Дмитрий Бегун. Подожгли RAV4, Ford Mondeo, Hyundai Getz. Машины сгорели дотла, пожарные ехали 20 минут, пишет автор поста. Блогер Вадим Кондратьев рассказал про заброшенную стелу панно «Радость труда» в Тольятти. Монументально-мозаичный памятник советской эпохи тихо доживает свой век около дворца спорта «Волгарь» за глухим забором какого-то долгостроя, за кустарниками и деревьями. Стела создавалась 4 года, с 1977 по 1981. И первоначально ее название было не «Радость труда», а «Стела 55-летия СССР». Памятник имеет впечатляющий размер – 100 метров в длину, 5 метров в высоту и 3 в ширину, а площадь панно 530 квадратных метров. В мозаике использована смальта более 100 оттенков. Всего для стелы понадобилось более 3,5 миллионов отдельных элементов смальты. Давайте вспомним, что в Тольятти еще есть исторические объекты, которые никому не нужны, резюмирует Кондратьев.